шушеня. Шушея с острова. Блядь, я упонять не могу. Оно охуенное. Не, я знаю, что оно охуенное. Я не докачался. Улучшил полностью и докачал репутацию. Ну смотри, смотря с кем смотря с кем. 800 силы атаки добавляет. У меня с Алдорами. Потому что я знаю, я присту сделал на ДЦ шею при вознесении с правителями, но вообще нихуя не. Потому что на ДЦ надо с Алдорами, а на варов, допустим, с правителями. А ханту? Прикинь, сколько сейчас геморроя перекачать. А ханту пизда вообще. Все надо, все надо. С Алдорами. С Алдорами надо. Большинство персонажей нужно с Алдорами, это понятно. Просто мне кажется, с правителями, блядь, оно как-то вообще недоработано у них, блядь. Ну мне 2 дня, короче, и потом уже надо будет квесты делать, чтобы с Алдорами делать. Да нахуя, накопи 5000 голды и за полчаса сделай. Да. Нахуя. Перчатки скверны, потом знаки Саргера, ты идешь покупаешь и идешь, блядь, сдаешь. И оно пошел в лабиринты темные, блядь. 10 раз прошел, ага. Тебе и вся репутация, нахуй. Фу. А что за тем? Темные лабиринты, блядь. Блядь, я так отстал. Там и перчатки падают, и, блядь, саргоросы, вот эти значки, все, что хочешь. Так а где это вообще? Лабиринт? Сексистские залы, лабиринт. Все, понял. Так ты так и говори в РБК в этом закончил. Не, это не РБК. На 60, ну, когда ты сам заходишь, ну, на обычке, это, блядь, для 60-х уровней, блядь, Ну, короче, это находится вот в тех лесах, да, вот это вот залупа, там, где круг это. Да-да-да, в этом круг. Все, понял. А как, блядь, ну это ладно, это потом я, блядь, буду делать, не сейчас, мне просто узнать, как мне вообще отказаться, блядь, от провинцев и вернуть, блядь, Алдоров. Можно ли? В шатрате есть. Можно, квестик. можно. Да, там в шатрате квестик сделаешь. Он, короче, возвращает это на ноль. Но там много раз он. Блять. Потому что ШП надо шея, блядь, острова. Это я уже давно понял, блядь. Я на маге делал от минус 6000. Ой, блядь, меня сейчас прикинь, меня вообще при вознесении надо скидывать, блядь, справиться, но я там заебусь. Ванилька. Привет. Слышно меня? Да. Да, наконец-то. Не слышно. Бля, да, слышно. Слушай, я отойду минут на 10, пойду поем пока. Да. Ты тоже? Когда я отойду? Ребята, а я-то похолов уже. Ребят, я сейчас вот проклятого сагру, короче, и это лягу, короче, притворюсь мертвым. Нормально? Что-то я слышал, хантам эту хуятину порезали. Да, не порезали. Работает. Если ты их сагришь, то мобы их все равно, блядь, на себя заберут. Да нет, я сейчас волка уберу, короче, бах сагрю, и этот притворится мертвым. Все. Ну и они пойдут на вот этих вот всех дебилов, что стоят перед тобой, вот этих вот, видишь? Мобы. То есть фигня все. Не завайпаешь, если ты захочешь. Че, короче, пишет. Попытка не пытка. Эршам 242. Попытка не удалась, блин. Хуёвая попытка.
Ну хотя, знаешь, на крайний случай, блядь, и 242-й пойдет. Блин, я вот вообще офигею, короче, как может вот очки умения волка скинуться, блин, ну как вот тут? Я вон думаю, чё за фигня, короче, у меня волк как будто есть, как будто его нет. Да, он очки умения скинул. Блин, долбанный Сириус. Силу атаки на 10% увеличиваю. Офигеть. У тебя один пет? Да. Ну, в смысле один? Много у меня петов? Да просто я знаю, там они в стойлах, блядь, багаются. Ты одного вызываешь, второго вызываешь, что, блядь, они багаются нахуй с этой веткой. Ну, у меня три питомца. Есть два для PvP, один для PvE. А четыре вообще питомца. Три для PvP, один для PvE. Я сейчас зашел, смотрю, у меня вообще, думаю, что такое? Манекен его отправляю, там, на АБГ сходил. Что будет происходить? Сейчас такой смотрю, блин, нифига. Талант еще питомца проверял, короче. Ну, поэтому, по гайду PvE, короче. А они, кажется, блин, за багов. Кстати, питомец тоже неплохо дает волк вообще к себе атаки вообще. Чтобы тут, блядь, повелитель зверей, блядь, они починили нормальные сделы. Я бы начал играть за своего ханта. БМ хочешь? Конечно. Блядь, я помню, как я на Дреноре играл БМ, блядь, там заработал не полностью, но, блядь. Блядь, так... ПВП БМ вообще ништяк, блин, я вон посмотрел. ПВП они вообще, блядь, там разрывали, я тебе говорю. Я ж тебе говорю, на Дреноре играл, как ПВПшный сервак чисто был. Ну, вот, там, блядь, там БМ-то что это, если он там на дипе был, нормально так достаточно. Фух, что он вытворял там, блядь, на том же БГ, это просто жить. Я бы сейчас в БМе сам поиграл, блядь, так понимаешь, честно. Я играл тут в БМе, я начинал же БМе играть, так, ради, блядь, интересно. Бля, потом я понял, что он нихуя вообще не работает. Так я на арене вообще ништяк 2 на 2, вот он. Я тут собрал всех собак этих, двухголовых. Куркена нашел, блядь, белого такого, если знаешь. Да. Я тоже их собирал толку. Я сразу убрал этот БМ, короче, потому что это пипец. Но он у меня за стол убежал, кого-то там вице, знаешь, что мочит. В итоге, короче, у меня питомец, не питомец, это вообще порнография. Я смотрю, ХП у этого не уходит, да, хоть я и стреляю. Потом проиграешь, что на ММ простого, блин, бах-бах, короче, их 2000 ушлёпал. Я говорю, все, БМ, короче, отлёг просто. Они специально их убрали, потому что они, ну, нафиг. Я тут рассказываю. Вообще с Роги с твоим тут там такие вещи вытворяли. Я с воином такое не могу себе позволить. Но Рога топчик, тем более в умелых руках-то. Воин ПВПшер, короче, второй катык, блин, там, плюсов дофига, ката 264-й левел, короче, ПВП жёсткий. Короче, мы и то, блин, проигрываем, с кого мы с тобой с Рогой шлёпали. Да потому что Рога это контроль. Потому что Рога это топчик. Это топчик. Я за этим, за варом бегаю, он там, короче, налетает, блин, бах-бах-бах. А на меня вот самый прикол, что на ханта. На арену только заходишь, на тебя два тела с двух сторон бежит, как будто я мясо. Все в меня сразу.
Танкую их, пока меня не замочат, и все. Потом он один в однёх там пытается что-то копыжиться вообще, пока его не съел. А он, походу, вообще игру бросил, так понимаете? Нету его вообще. А как его зовут-то? Я забыл что-то, блядь. Никс? Ну? Татурон. Как? Татурон. А, Татурон, точно. А чё ты? Он... Он Кату за счет ПВЕ берет в основном. Блять, сейчас еще, короче, собираю 20, наверное. Пишут, блядь, 240-е, нахуй нужно. Ладно, лучше. Человек у тебя есть. Но. Еще 6. Сука. Блядь, гильдии, блядь. Все с нашей. Там 6. Ну а где эти все писюны? Писал, добавляйтесь, блядь, в группу, чтобы можно было там написать, что-то спросить кого, кто где есть. А кто добавился, они все. Ну вот видишь, какое отношение. Нихуя не радостные. Это да. Вообще, сейчас пойдем с Андрюхой. Возьмем тут 2.5, да? Рейтинг арены. Блять, проту надо одеть. ЕПГ надо выйти, по. Из завтрашнего дня, блядь, введу. Вот тогда уже что-то изменится. Точно. Блядь! У нас фулл-пати? Хуй там, да? Да какой там? О! В основном. Да мы это и в 15 замочим, чего? Конечно. Сколько собираешь? 10? 250 плюс. Ну добей уже 245 плюс хотя бы этими остатками. Хуй с ним, с этим профом. Нахуя мне мучиться? Ну, тоже верно. Фулл, ДД, о, эти, блядь, танки есть, да? Да, остались 4 ДД. Ебаные ДД, надо говорить, надо убирать нахуй, делать ДД. Ну, сейчас давай будем еще, блядь, год танка искать. Я говорю, на будущее?
Ну, у тебя второй респект должен быть по-любому ДД. У меня есть ДД, но он пиздец конченый. Ну так, делай. Стараюсь, честно. А я сегодня буду ролик на ДД. Роль. Танка мне отсюда, в принципе, ничего нахрен не нужно. Нихуя ты зажравшийся. Ребята, да. Я на выход тоже не против, там лопатой кому-нибудь из аликов поеду. Дружно там выхватим в ПВЕ шмоте-то. Ты что выхватишь там? Еще не, меня не видел, как я лопатой аликом повъебал убью, братух. Я до хилла даже не добегаю. Да, ну, я офигел, я сейчас зашел, короче, против нас, короче, все 260 плюс ПВП, и у нас 159, 100, это 190, 205, вот такой все, я один какой-то там непонятный стою и смотрю, я говорю, ребят, я отсюда выходить не буду, короче. Ну, никто тебя команду забросила. Я вообще не понимаю, как и понимаешь, статы, смотришь, короче, ну там же есть, короче, против кого ты там. И получается, у нас на 100 меньше только, чем у них. Там одни, короче, эти ребята уже набрали себе, короче, лидерку, получается, рейтинг. И у нас тут вообще нонный рейтинг. Это вообще, я офигею вообще, как у них там это все. Мы быстро проиграли, что, и я даже не успел оглянуть. По мне там просто пробегались, вот возле кладбища. Просто я встаю и по мне бегаю. Все нормально. Тут все молчат. Локов, да? Лок. Можно двух локов, там, не знаю, кого там еще. Кота. Сова у нас вроде есть. Рогу, да еще одного, да? Зачем рогу? Не надо нам рогу. У нас это хватит. У нас один есть. По идее. А смысл от него? Он нихера не бьет тебе. Одного вроде хватит. Напиши бастурматору, пускай тоже идет, а? Нахер? Ты шо? Кто его там держать-то будет? Ну, блин, бастурматор, хоть посмотрю на него, как он выглядит, смотри. А то он на ПВП выходит зачем-то, в ПВП он падает, как не знаю. Кстати, он в ПВЕ бегает, потому что, скорее всего. Я его в две точки шлепаю, говорю, ты кто, бастурмаша, что ли? Ну да. Он быстро падает. Кто нужен? Локи? Лок, маг, кот. Блин, ну ханта еще можно взять одного. Нахера? Хочу только один хант. Ну не хватит. Можно ханта одного, ладно, хрен с ним. Лок, маг, хант. На принцах два ханта, заебись, решают, если на сферах стоят. Ну да. Ну там как бы и сова хорошо решает. Сова тоже неплохо, да. Меня, блядь, бесит, когда я иду ШП, блядь, и мне говорят, будь на сферах. Я говорю, что, ебанутый, что ли? То ты вообще по сферам не будешь, блядь. Они удары, все, остальные, блядь, удары, то, что они наносят, они не прокатывают. А так же 250 собирать или что, или уже можно 240? 250. Нет, 250 нахуй. Не хочу я 240, ну смысл от них, блядь. Ну, добирай ханту. 4К ДПС. Ну, у меня 5, что такого-то? Так ты идешь в роли вагона. Далеко, ты не в роли вагона, ты идешь с гильдии, понимаешь, как бы не пох. Я далеко не ушел от ихнего дамага. Ой, да ладно ты. Сейчас бафа раздадут, нормальный ДПС будет, тебе девятка будет. Девятка это у меня вон тогда была, когда я еще без камней и этих был, чарок. Не было. 9,5 надо мне. Не было. Было, блин. Не было. Ты не смотрел. Это может во сне приснилось?
Да, не-не, вот вы когда не смотрите, у меня 9к. Когда вы начинаете смотреть, у меня сразу дамаг попал, понижает. Стесняется. Закройте глаза и не смотрите, да. Да и манекен, когда я бил, я вам манекен, когда бил, там пламя это с запада прилетает. А кто сейчас блок отжал, скажите? Не знаю, Настя, по-моему, обратно приглашала его. Что-то знакомое, да? А, он же был, да, у вас? Я не понял, нахуй я вам вообще ливал из гильдии. Ебать, как тебя заебись. Короли его, нахуй. Ой, блядь. Боже, говори. Смотрю, у нас люди, наоборот, просто ливают, ливают, да? Мы прошли Каражан, но, блядь, было потно. Он там говорил, что я в соло выхилю и там хуйней занимался. Он бухой, блядь, ты что гонишь? Ну, просто сказали, этот хуйней не страдай, он там разорался, с рейда ливнул и с гильдии ливнул. Я так и не понял, нахуй я. Блять, ну короче, давайте расход нахуй. Полтора часа, блядь, собрать не можем. А че, сколько слотов у вас? Сейчас тебе скажу. У нас 17 человек. Давайте десятку соберу, да и все. Ну, десятку сходим, че. А какую десятку? Телка. Эх, блять. Вов. Вова. Отдавай десятку чуть попозже, я сейчас наработку скатаюсь быстро, давай, приеду. Давай, давай. Спасибо большое. Ну что, расход-то получается? Хорош. Ну да. Ну а смысл, ну блядь, полтора часа народ не собрался. Да пипец вообще, ну чё вообще. Вот ты уже ушел, да? Пошли в РБК походим, кто пойдет в РБК хотя бы, хоть чуть. Я сейчас... Давай, давай, пойду. РБК. Давай, давай, давай. Подождите, я добегу, я кольцо поменяю. Только сейчас посмотрел, что у меня, блядь, кольцо на силу стоит. Собирай, мне... вот, ДДшник с тобой пойдет. Мне же надо учиться, блин, в ПВЕ, вот хоть РБК поучусь. Сейчас пойдем, ребят. Я поменяю кольцо, блядь, что за репутацию, блядь, Каражан. У меня на силу стоит. Я думаю, что мне столько не хватит. Короче, если что, я с вами. Но мне 3DD надо. Я вот, варкил с тобой. Давайте я соберусь с побором. Плюсуйте, когда в час. Час. Настя, поставь плюсик, пожалуйста. Ну и что, не забьёшь? О! Еще один ДД. Вот-вот-вот, я хочу. Пойдём до камня ворот. Только давай. Сейчас. Да, нет, ладно, что ты делаешь? Всё нормально, да, будет. Нормально. Нормальная пати. Это самое. Сейчас я кольцо быстренько поменяю, зачарю. Заметьте, расы вообще не похожи. Все разные. Надо все, чтобы были на одно лицо. Ну чё, ребят, все троих, блядь. Ты посмотри на рожи эти, блядь. Все ублюдки, кроме Насти. Нежить самая красивая. Нет, ты на Ханта посмотри. Хан там вообще непонятно, что Захарин. Вы ещё прическу мою не видели. Там ёжик такой симпатичный. Ребята, такой... В моде. Тут не рыл. Что? Нет, я говорю. Кольцо в носу. Я в маске или нет? Нахуй мне это кольцо, блядь. Настя, пускай на силу стоит.
Спасибо, что... Нормально выглядит. Вопрос, я не расслышал. Я говорю, я у вас выгляжу как просто орк или в маске? Как просто орк. А, понял, значит, как... Ребят, давайте ниже спустимся, чтобы куда-то услышать друг друга. Давай. Вообще, создайте канал, Вовка, создай канал РБК. Расходим. Давай. Я уже думал, что ты не знал. У меня на СТК КД, так что нам повезло. Так, ни палов, ни крестов, значит, будем пасаться. Капец, мы тут же не пройдем, ребят. Да ну на. Блин, только подсказывайте, где мне волка убирать, где оставлять. Не мог, блядь, перейти к вам в комнату. Что я от Дискорда далек? Вон дамаг есть, ну чё, ребята, я тут стрельнул, вон он. Он у меня какой-то, дурочный бегает. У меня не лучше. А, Оля, Оля не там, где надо стать. Ну. Но... Лом, блядь, дайте мне. Да у меня не только воля стакается. У меня еще и зов берсерка срабатывает. Что ты убегаешь? А что у меня 17 по-моему улетает, как нифига. Че, будем РБК пока бегать, пока не соберут десятку. Вот люди, не имейте привычку пугов бить, блядь, сильнее танков. Я ж ярости нахуя нет. Ебать, я зависаю. А это босс, что ли, был? Я думаю, что за фигня тут?
Ребят, потом на какой-нибудь босс дамаг зафиксируем. Дамаг надо бухать. Скажите, когда будет. Мне кажется, если Вовка ЕПГП введет, от этого только люди поливают. А если не ведет, мы так и будем собираться. Нет, ЕПГП надо. Как мы крутые, ЕПГП. У нас там людей собираемся. Сколько проебали мы на прошлом, перед прошлым КД на великих вот даже чудовищ, блядь. Сколько им стоит. Я в 25-ке все выходят себе к второму неделю уже попасть не мог. Такая же ситуация. А не идешь, потому что ждешь гильды. Испугами сбегать не можешь. Вот у меня сегодня меня трижды звали в ЦЛК 25. Я оставался, ждал наших, и ноль. Ты хочешь сказать, так не ливнут, когда будут ждать других, не ходить в гильды? Одинаково. Можно ходить в такие рейды, где не все наши могут попасть. То есть, Жуламан, пожалуйста, ребята. Что там еще? РС-25, блядь. Мне везде нужен. Кто тебе нужен? Не расслышал, кто тебе нужен? Проф. Значит, тут проф надо, блядь, 70% сагильдить. Грубо говоря. Тем более. Нужен почему? Потому что не можем собрать нормальный статик, и давно бы уже всем его сделать. Вот об этом мы и говорим. Что пусть он все будет. Не хотите статик? И тебе не будем вот. Давайте ублюдок. И ты понимаешь, ты вот говоришь, бутливать куда? В другие гильдии, где все равно все это есть. Угу. Но они будут аргументировать тем, что вот мы теперь не можем шмотку ролить, потому что у нас там уровень слабый и все. Ну, по их глупости, конечно. Че там? Че, дамаг скинет? Блять, у меня тупоры лицкада, блять. Кого рекаунт есть? А у меня рекаунт тупит. Конечно, рекаунт тупло, но на данный момент у меня забагало сюда. Мне надо перевести. Это сначала не знаю. О, че тут мало. Это РБК. Бля, да даже на крайняк с пивом бы пошел бы сюда. Тут пиздобово, я стал хреначом стрелал. Причем мне дебаф, я ничего не могу. Не могу ничего сделать. На тебе сало ли сейчас? 16 секунд. Да. Офигенный скин, блядь. Почему такой скин не сделать, что бы мне? Я думаю, чего вам не хватает? Вам крика на АП не хватает. А вот крик.
Ну вот я крикнул. Ну давай на хп тогда. Я давай могу на хп пары. Настя, подними ханта. Короче, сейчас ты на что крикнул? Сейчас я крикнул на пап. А, ну я на хп тогда буду. Да как так-то вообще? Ну что такое? Может, какой-то подождал чуть-чуть, наверное. Это пизданутый мог. Они так и... Это нормально. Ну подожди, еще ж не подняли. Подними, там мобы. Я пока их на агры. А я думал сегодня печеньки то 10 паролей. Паролем. Собрали. Хил упадет. Кто тебя бьет? Откуда взялись эти? С правой стороны. Что у нас такой, блядь, по правой стороне? Ты страх. Ладно, сейчас я прожму, подниму. Давай. Блядь, а что за каст? Подожди секунду. Куда я пойду? У меня 8000 хп. Бля, вроде и триня стоит вот эта, блядь, такая топчик на медведя, который хоть и 232-я. И все равно магия пробивает пиздец мне. Под хиль танка. Танк упал. Спасибо, Настя. Настя вообще пока что. Ну я бил как мог. Вы нормально? Так а где ты делаешь-то, ё-моё? Так я сказала, подожди минуту, ты чё? Тебя не слышно было. Хорошо, буду орать. Мы пошли бить. Не надо орать. Мы пошли просто бить. Я просто знаю, что ердру, по сути, 5-6 тысяч маны ему выше крыши. Он по мане не просаживается, когда после 45-го и 4. Я вообще ушла. Так надо было сказать, я отойду, а не просто подожду. Я не знала, что никто меня не слышал. Че варкил лежит, я не поняла, кого этот... Так, я этот, отдыхаю. Смотрю, что с ЦЛК десятки можно взять на танках. Сними, фу ты, твою мать, снимись меня, пожалуйста, проклятие. Какое там где еще проклятие, я ничего на тебе не вижу. Уже снял фото, я оно само снял. Само. Пойдем крушить, по левой стороне. Как назло, эти дебилы разбежались. Они тебе не нужны, пошли дальше. Они не нужны, в том-то и дело. Упертый. Ты хочешь, чтобы они прибежали, когда мы босса били, и убили тела вдали? Они не прибегут. Хил. Подниму. Подожди, дай попробую деф. О, сработал. Китайский, но рабочий. Так,
Прекращайте падать. Ключ есть у кого? Нет. И квеста этого нет. Кто успел сделать квест год назад? Побудет. Ну, я один раз только его убивал. Нихуя не показывает. Пиздоватые кадры такие. Если скин, не скин, ну-ка. Топорик взял, может быть, что-нибудь с него придумаю, если что. Да давайте дальше. Я заебал. Сейчас, подожди. Хотите, я вам рыбки поставлю? Смотри, блядь, нихуя не скидывается, ну что, дамаг не скидывается, да? Бля, у меня забагалась кадр, не надо перезапускать. Мне лень перезаходить. Квест еще не взял. Два танка, ДДР, ДД, ЦЛК, 25. Давай сейчас вообще без вайпов. Держите. Пацаны, давайте огромный набрать.
блядь, пить начинаете, блядь, не давая мне его дать. Санта индейцев, идите сюда, Санта, все сюда приедут. Да, целка десятку смотрю шмот. В принципе, есть что забрать на танк. Там снимайте хлопок, они будут пидорасок вызывать, блядь. А я эту шалупу всю соберу тогда. Здорово. Здорово, народ. Здорово. Что делаете? Муравья нашли. Привет. Кого нашли? Муравья. Я вижу, в ЦЛК 25, что ли, пошли? Конечно, четвером. Пятером. А-а-а. Понятно, понятно. Я себе телефон купил, посреди обмачивать его. Заранее, может, прям сейчас вон его хернуть. Только задал, короче, я купил этот, Redmi 7, короче, да? Mm-hmm. Гарантия на него еще 1.5 миллиона стоит. То есть можно... Не скажу сумму скажите, потому что у меня... Сумму совсем? Со всеми примочками, блядь? Да. 688 рублей. Банан там, блядь, вообще. Ну он стоит сам телефон 449. Гарантия столько стоит. Понятно. 499 тысяч или просто рублей? Рублей. Мы у нас в Беларуси ценник поменяли этот валюту. А-а-а. Миллионы убрали. Так. Там никуда никаких рядов серьезных нету. Сейчас пойдем в ЦЛК 10 где-то через сколько, через часик где-то, да? Я так не хочу туда идти. Я лучше в ЦЛК 25 сходил. Ой, а где ж ты был полчаса назад, а? Вот где ты был полчаса назад? Что, Ельда ходила? Мы собирали. Что, календарь не смотришь вообще? Я был вообще сегодня в городе с ребенком гулял. 20 человек, 19 человек, короче, собралось. Шестерых не хватили, Вовка и Роза. У меня, Леха, слышишь, наебнулся телефон. А? У меня наебнулся, блядь, мой подарочный телефон. Мне подарили сентябре на Дмитрию, Samsung Galaxy. Угу. Вчера десятый, он... что ли? А? Десятый, что ли? Да я ебу, я в них вообще не разбираюсь. Просто вчера он на меня упал. Вчера он на меня упал. Да. Ну работал. Вот. Поставил на заряд. Просто упал. Нормально упал, блядь. На лестничной площадке. А, еще потрясывая, да? Вот. И, короче, поставил на зарядку, блядь. Вот. Все было заебись, все работало, там люди звонили, я разговаривал, нашел. Угу. С утра проснулся, не врубается нихуя. Ну, платье хана. Вот и все. Так, смотрите за контролем, блядь. Так, а можно мне в целка десятку сходить двумя персонажами? Каким образом? Что набрать? Что у вас за мания вот? Да потому что я этим шаманом никуда не попаду никогда. А что? Тут у меня 247-й он. Лол. Энх.
Я не успела, я даже... Я еще раз говорю, люди, смотрите за контролем, похую. А кого бьет? Пришел, всех перехуярил, блядь. Давай, живет. Давай, блядь, сейчас я нафиг подниму. Ладно, пойду к этим поздороваюсь. Давай, я заберу. Шивы отдам сейчас. О, бля. Живи, живи, хилься. Я с шивы нормально. Уже поздно. Да, не надо забирать. Как ты умерла? Как ты умер? Добей ты его, господи. Пиздец. Вот тебе и без вайпов. Да, пипец. Если бы смотрели контроль, то было бы нормально. Ну, есть такая способность, вихрь называется, смерч. Вот надо есть, его. Есть, правильно. Вытащить. Только когда я только кнопочку стал нажимать, я уже умерла, поэтому извините. Нет, тебе прощение смертное. Вот поэтому, Настя, есть такая фигня, запомнить клавишу на этот скилл. Не мышкой тебе тыркать, не выбирать таргет и мышкой тыркать. А нажала кнопку. Я такого не знаю. Ну, назначение клавиш. Когда ESC нажимаешь, там есть такое назначение клавиш. Прокручиваешь вниз, там левая, нижняя панель, правая панель, боковая панель, первая, вторая. Там ставишь, назначить клавишу F, например, английскую. Ставишь туда смерч, нажимаешь. Мне это потом поподробнее объясни. Не, на самом деле, вот это вот место, вот этот босс, он злопаскудный, блядь. Сюда, когда 260 эмпатии идёт, блядь. По-любому, если за контролем не следить, то есть кого берут, чтобы его сразу законтролить, то это байк. Я помню, с ШП-шкой, когда проходил, еще 260-й тогда был, он меня взял под контроль. Я просто тупо по одной доте раздал всему рейду, они все ели. У него ж получается, он когда берет под контроль тебя, твой урон увеличивается практически втрое где-то, блядь. Ты кого резаешь? Воина. А, у нас два воина. Варкила резает. А я что, лежать буду? Сейчас подниму. Эх. Я тут 200 итем левел все закрывал, короче, про товары. Кушайте рыбку. Ну тут я раньше сказал. Снег убьем. А что, без рыбки не убьем? Просто так. Есть одна, кушайте, последняя. Ну, не последняя, крайняя. Все, Мишка, иди делай ему бобо. Блин, можно было бы ОД передавать? Ага. Вы заметили, давно поставок халявных не было? Ну что-то, ну... Вообще ничего халявного давно. Надо бастовать начинаем, бля. А чё это, канает? Ну, блин. Поставки или бунт канает, почему? Раньше бунтовали же и давали поставки, сейчас все молчат и... Нифига.
Ну, поставки требовали за что-то, например, бутя там целый день. Ну, за ребуты, но он сегодня два ребута был. А я хотел, чтобы только один был. Все, нахер бунт. Ну что, гол? Я вот целка 25 оп хочу. Бунт. Нет, я один. Не один раз с мешочком снять, он там выпал. Шел. Не могу понять, кто у нас под контролем. Кто бы ни был, без разницы. Это все рыба зарешит. Да хан там был. Так, стойте тут. Стойте все. Ну что, дамаг там никто не может. Ну давай, Ленка. Я там летал, конечно. Я на первом месте. Заворачивайся. Сейчас мобов убьем, подожди минуту, я позвоню. Слышишь? Слышали тебя, слышали. Там пушка, я не знаю. Здорово, все. Здравствуй. Ребята, скажите мне, а залы отражения гер можно убить нашим вот этим составом? Нет. Нет? Там даже нужно... при всем желании нет. Там нужно, знаешь, что в залах отражения гер? Хотя бы, чтобы в пати было два РДД вот таких, как у нас самых. Почти. А в чем там проблема? Там проблема в трэше. Когда идет лич за тобой, ну за вами, за этой детской, бабу эту зовут, когда она возле стены колдует. Там чем быстрее заливается трэш, тем быстрее проходится дальше. Ну так вайш убить трэш, это вайш. Так мы вроде быстро заливаем. Это мне кажется. Понимаешь, если ты будешь рядом с личом, ты получаешь моментальный вайш. Ну да. Его он... зону ваш. Да, он кастует. Там типа мобы бегут наперед. Там надо злые РДД. Я Геру закрывал ШПшкой, но мне тогда были... Вот я был 259, перед 258. Ребята, а вот вы это, линканули, да, короче? А что за тотал нулевой? Это кто? 100%, короче, команд. Так это же я был. 100% дамаг? Ты как их надамажил? Надамажил 100%, да? Это показывает от 0 до 100%. Да не, ну как так? Блядь, а у меня еще 3 не так стоит. Я срыв по гроб бешеный. Это не срыв, это да. Моб просто меняет цель постоянно. А я не за этого моба говорю, я вообще говорю. Я обычно рыбака прохожу с этим карпом. Тогда вообще идеал получается. Сагрили моба. Этого рога. Коту собирают.
Уже 17к вылетает, по-моему, как это? Вот у тебя на трэше, я тебе могу сказать. Потом будешь стрелять. Быстрее бы мне Т4 было. То чувство, когда два комплекта Т4, и они тебе нахуй не нужны. То чувство, когда у тебя плечи Т4, тебя не берут с УК без петлёв. Есть такое, да? Ну смотри, ты сейчас 9700 дал. Да как? Ну как так? 9700, мало? Тут в одном месте надо стоять и заливать. А есть какие-то люди, которым нужен персональный раб там за голду? Просто я не знаю, я уже рыбалкой занимаюсь, короче. Рыбачу с ними, как-то не буду заработать. Так кто на рыбалке зарабатывает, блин? Ну я продавал там борейский медузник нормально, 50 долларов. Сдамся в рабство, короче, за чарки, наш мод. За камни хотя бы 20 пробиваний брони. Хе-хе-хе-хе. Ты уверен? Ну, так, вылезет бог, и ты не трогаешь его. Танчу. Сколько тебе надо камней? Танчу РБК за это. Нет, это не интересно. А что надо делать? Сделай что угодно. Ну тебе сколько камней надо? Да я не знаю, надо смотреть. Там, не знаешь, камень ставишь, тут же шмотка меняется. Я вот не знал, что целка 10 оп пойду. Мне пуха упала, 251-я. Клеймор серебра. Вот, я сейчас ей бью. У тебя что, все так печально с голдой, то что ты готов в рабство пойти? Ну да, но я просто я не знаю. Дамаг, 5600 на втором месте. Как мало-то? Бля, чё б тебе такое за задание придумать? Я просто, видишь, я... Блин, не знаю, конституция у меня такая. Не умею. Штаны и забеги в Шторград, короче. Не, это банально. Давай так, я тебе сделаю сколько? Ну, 10 камушков на РПБ. За это ты, короче, бегаешь по Долорану. И в крике орешь, я петушара. Устали, пошли, блин, полчаса. Полчаса. Сразу жаровать. Я сейчас сам так буду орать, бегать, мне еще купить. Я просто, понимаешь, вот вчарил берсерк. Чувак, сейчас... Вы что стоите там? Я кому ору, алло? Тебя не слышно было. Чувак, мы сейчас с РБК пробежим, я тебе сделаю штук 7-8. Камней плюс 20 КРПБ. Просто так, нет, успокойся. Пока не надо. Просто у меня, видишь, получилось как. Я голду отдал, купил берсерк чарки на пухе. У меня 245 были. Нару и вот этот топор стик. 245. И в итоге он у меня пошел в сумку, этот топор, когда я в целка выйду в пух. Да, без проблем сделаю. Просто как... ОД есть. Вот, например, видишь, в чем можно вставлять камни? Вот у меня грудак, да, Т10, я взял в четверг, когда мы нафармили ОД, я взял кусок Т10. Туда можно вставить, потому что его не скоро поменяют. Не сейчас. Просто я так сильно много потеряю, буду зарабатывать, тратить и менять шмот с заработанной голдой. Мне тебя не понять.
Не, ну это понятно, просто у меня как-то в голове не складывается. Ну, я не провожу столько времени много в игре, чтобы фармить и свободно себе в любой шмот первый попавшийся, оставлять сразу все камни там. Я бомж в этом отношении. Чувак, ну при желании можно десятку в день нафармить. Ну, вот видишь, в день. Это целый день, как бы. Не все так играют. Потрать сколько там, ну, 3 часа в день. 6 слышишь. Ну ты сейчас наговоришь, что ты только ты с камнями или что ты имеешь? Ну конечно камушки. Конечно, а как еще камни, пустота. Плюс все нидить, все распылять, все лутать. Ну а как еще? И это с учетом, если тебе фортанет. Да плохо все. Блять, сейчас я квест сам пойду, блять. Я второй РБК не могу никак забрать. Я еще кнопки не понимаю, тут 4 кнопки, которые по ротации нажимать, они у меня непонятно как, на как следить их надо.